Лучшая защита – нападение. Похоже, это хорошо усвоил Ермек Нарымбаев, который объявил войну банкам. Вот и сегодня он появился в этом зале, где была запланирована пресс-конференция, на которой юрист Руслан Джусангалиев собирался разоблачить его и первым выступил с обвинениями. Данный гражданин со своими какими-то левыми, какими-то претензиями, для меня, у меня просто вызывает подозрение по двум фактам. Первое. Не играет ли он в пользу Каспибанка с утечкой информации? Второе, что он берет просто свыше этой суммы. После этого самопровозглашенный защитник вкладчиков казахстанских банков удалился. Впрочем, Руслан Джусангалиев в долгу не остался. Его порция обвинений была приправлена острыми подробностями. Господин Нарымбаев, вот у меня есть, я могу доказать каждое свое слово, я все-таки профессиональный юрист и несу ответственность. Предложил мне быть партнером только тогда, когда я наберу 10 на 10 человек. Господин Нарымбаев говорит, мне бы 130 человек набрать по 200 долларов, я бы спокойно перезимовал, у меня будет жировая прослойка. Такой неожиданный поворот в истории противостояния Нарымбаева с банками, мягко говоря, бросает тень на его репутацию, а еще заставляет серьезно задуматься об истинных мотивах и целях бурной деятельности скандального активиста.